Санкт-Петербург, Россия, 1904 год. В начале 20 века русский ученый Иван Павлов делал опыты на животных, проверяя свою теорию условных рефлексов. Пора зарабатывать обед, мои маленькие прожорливые друзья. Я маленький чайник, пузатый, как вопросик. Это моя ручка, а это мой носик. Когда я закипаю, вы слышите свист. Берите и заваривайте чайный лист. Великолепно, превосходно! Здорово! Знаешь, Башковит, я мог бы весь день смотреть, как ты танцуешь, кайф! Ты и так смотрел весь день. 61 раз, если быть точным. Условный рефлекс на этот чертов гонг. Я не в силах его преодолеть. Следующий. Замечательно, отменно. Маленький чайник, пузатый, как вопросик. Это моя ручка, а это мой носик. Когда я закипаю, вы слышите свист. Берите и заваривайте чайный лист. Ха-ха, здорово, царь Башковит! Давай еще разок, только теперь с выражением. Нет, Пинки, только не сейчас. Я маленький чайник, пузатый, как вопросик. Это моя ручка, а это мой носик. Когда я закипаю, вы слышите свист. Берите, заваривайте чайный лист. Упорные малютки. Ого-го.